Привет, ребята! Здравствуйте, друзья! 22 августа Россия празднует День государственного флага! И сегодня мы вам о нем немножечко расскажем. Флаг – это государственный символ России. У каждой страны свои собственные флаги и гербы. Некоторые из них похожи, но совершенно одинаковых вы не найдете. Ведь флаг объединяет жителей страны, служит опознавательным знаком государства. Государственный флаг в России появился на рубеже 17-18 веков, в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-синий-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орел» в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. В современной России флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос. Верхний – белого, средний – синего и нижний – красного цвета. Флаг – символ гордости страны. Он украшает административные здания, его поднимают на важных политических и спортивных мероприятиях. Вот такая вот история государственного флага Российской Федерации. До свидания, ребята! До новых встреч!